последние сутки в России выявили рекордное количество новых случаев коронавируса. Это почти 30 тысяч человек. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. В Татарстане сегодня 103 заболевших. Президент Татарстана Рустам Миниханов сегодня провел итоговую пресс-конференцию. В мероприятии, которое прошло в Национальной библиотеке Татарстана, приняли участие журналисты республиканских и федеральных СМИ. Рустам Миниханов занял первое место в национальном рейтинге губернаторов, который по итогу года составил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Второе место у Сергея Собянина, третье у губернатора Свердловской области. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.